Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 6 по цифре 1 на странице 90 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Заполни пропуски в таблицах, выполни вычисления. В этой таблице нам нужно будет найти либо слагаемое, либо сумму. Чтобы найти сумму, нам нужно сложить. А если нам нужно найти неизвестное слагаемое, то вычесть. Первое слагаемое 4, второе слагаемое 15, сумма 4 плюс 15 равна 19. Второе слагаемое 6, сумма 15. Чтобы найти первое слагаемое, из 15 вычитаем 6, получается 9. Второе слагаемое 7, сумма 17. 17 минус 7 равно 10. Первое слагаемое 3, сумма 11. 11 минус 3, второе слагаемое равно 8. Второе слагаемое 5, сумма 19. 19 минус 5 равно 14, первое слагаемое. Второе слагаемое 7, сумма 14. Из 14 вычитаем 7, остается 7. Первое слагаемое 10, сумма 18. 18 минус 10 равно 8. Слагаемое 5, сумма 13. 13 минус 5 равно 8. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.